Під час проведення бойових дій на сході країни значно зросла необхідність чіткого розмежування державного кордону України з усіма сусідами. Аби успішно спланувати весняно-літні демаркаційні роботи, представники України та Білорусі зібралися в Чернігові. Перед нами стоїть ще і задача укріплення державної границі по всьому периметру. Ми сьогодні маємо звісну ситуацію на востокі нашої країни, і це еще раз подчеркивает необходимость быстрейшего завершения всего процесса, который мы проводим. Мы сегодня завершаем этот процесс с Республикой Молдова, активно ведем работы с Республикой Беларусь, и аналогичная работа будет выполнена и на украинско-российской государственной границе. В июне 2013 года вступил в силу договор о государственной границе между Республикой Беларусь и Украиной. И в сентябре 2013 года состоялось первое заседание Белорусско-Украинской демаркационной комиссии. И в ноябре уже был установлен первый пограничный знак, он как раз был установлен в пределах Чернігівської області. Представник білоруської делегації зазначив, найголовніше, що за короткий період часу з початку демаркаційних робіт обом країнам вдалося головне – домовитися, як вони будуть проводитись. Дуже активно наші спеціалісти в совместних робочих групах в течение прошлого года займалися винесенням государственной границы с делимитационной карты на местность и определением местоположения пограничных знаков на местности. Каждый такой пограничный знак был закреплен временным знаком с составлением необходимых документов. Практически были выполнены у нас работы более чем на 300 километрах белорусско-украинской государственной границы. Процес розподілу українсько-білоруського кордону досить кропітка і серйозна робота, що потребує значних витрат часу. Здесь вопросы не только большой протяженности государственной границы, но и очень серьезные природные условия, которые мешают нам проводить, скажем так, работы. Это и заболоченность большая, и радиационная зона. Где-то под воздействием сил природы, где-то под воздействием человека произошли изменения на местности. То есть были где-то мелиоративные каналы, сейчас они пришли в негодность, да, и они заросли, то есть объекты местности уже изменились. То есть все это требует дополнительно со стороны наших геодезических служб очень кропотливой и внимательной работы. Демаркаційні роботи спрямовані на те, щоб і Білорусь, і Україна отримали міжнародно визнаний державний кордон, який є непорушним та недоторканним. Государство – це теж має земельний участок. І государство має оформити в свою собственность цю територію. Соответственно, их соседи должны подтвердить, что граница проходит именно в этих пределах. Есть еще и практические вещи, это и земельный кадастр, и лесной кадастр, и другие вопросы правового характера, если происходят какие-то правонарушения на государственной границе, то есть в юрисдикции какого государства относятся, допустим, право преследования этих нарушителей. Найголовніше, чого прагнуть досягти делегати обох країн, це впорядкувати відносини з сусідами, аби з точки зору міжнародного права кожен чітко знав, де чия територія.